8 октября губернатор Омской области Александр Бурков вручил награды омским спортсменам и тренерам, успешно выступившим на Олимпийских и Паралимпийских играх. Наши земляки завоевали в Токио 4 медали на Олимпиаде и 5 на Паралимпийских играх. Ваши победы не бесценны. Они бесценны, и порой, наверное, истинную цену знаете только вы. Ну и, наверное, ваши родители, которые заложили фундамент этих побед еще в детстве. Вот весь период вашего взросления, становления в спорте, они переживали за вас. И были волнения и тревоги у них. Ну и самое главное, что они вас всегда верили, и они вас всегда поддерживали. Большое спасибо я хочу сказать тренерам. Я знаю, что вы к своим спортсменам относитесь как к родным детям. И вкладываете в них свою душу и свое сердце. За высокие достижения спортсменам вручили денежные сертификаты и медали Омской области за высокие достижения. Двукратная чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина получит 7,5 миллионов рублей. Александр Кузюков, выигравший 2 золота Паралимпиады в фехтовании на колясках, удостоится награды в 6 миллионов. Я сам как спортсмен, да, который всю жизнь представляет город Омск, нашу область, на всероссийской арене, на международной арене, в течение просто многих и многих лет мне приходилось поднимать наш российский флаг везде по миру. Я хочу сказать, что лично я считаю, что наш город, наш регион – это место силы. Я считаю, что сибиряки буквально, практически можно сказать, самые сильные люди. Могут добиться всего на свете, что только пожелают. Вознаграждение по 1,5 миллиона рублей будет выплачено серебряным медалистом соревнований. Пловцу Мартину Малютину, поднявшемуся на вторую ступень олимпийского пьедестала, и двум паралимпийцам, легкоатлету Александру Работницкому и пловцу Елизавете Сидоренко. Бронзовый призер паралимпиады в фехтовании на колясках Юлия Майя получит 1 миллион рублей. Большая честь, на самом деле, здесь присутствовать на награждении. Всегда очень приятно, когда, так сказать, вручают грамоты, какие-то почетные там, звания. Всегда приятно и большая благодарность Александру Леонидовичу за то, что собрал здесь и спортсменов, и тренеров, всю коллегию. Поэтому очень приятно, высокие эмоции. Наставники отличившихся спортсменов получат половину от тех сумм, которыми отмечены их воспитанники. В продолжение все призеры, участники соревнований, а также их тренеры были награждены знаками отличия заслужения Омской области различных степеней. Кроме того, почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора и правительства Омской области были отмечены руководители спортивных ведомств и учреждений, а также группа ведущих спортсменов региона.